Вы понимаете, о чем мы говорили? Да. Это ж не мы от того, что все говорят, что мы злюки. А я прекрасно понимаю свою позицию, скажем так, на рынке брачном. Да. Да, прекрасно понимаю. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся». Добрый вечер. Сегодня у нас женихи Роман, Сергей и Рафаэль. А невеста у нас Марина. Здравствуйте, дорогая. Проходите. Марина, 28 лет. Во время семейных ссор неверный муж Марины пускал в ход не только руки, но и зубы. После очередного конфликта собрала вещи и ушла. Марина – менеджер по продажам в консалтинговой компании. Увлекается восточными танцами и здоровым питанием. Предупреждает, что очень громко смеется и не умеет отказывать. Марина не готова стать женой грубияна и жадины. Выйдет замуж за любопытного, активного лидера со множеством друзей и планов на будущее. Это же до какого состояния нужно довести человека, чтобы он не просто дрался, но еще и кусался? А на Луну не выл? Нет? Нет. Поволчи ты. Нет, на Луну не выл. Просто так получилось, да. Это эмоции и страсти до того накалились, что остались свободными только зубы, потому что руки были заняты. А ну-ка расскажите, что была за история? Ну, это была просто такая... Когда уже там в пылу страстей, когда руки были взяты за волосы, а вот под зубами просто нога находилась, и пришлось так, да. Нет, послушайте, от любви я пришла с маленьким сыном в поликлинику. Его педиатр раздевает и говорит: извините, пожалуйста, а что это у него на попе синяки? Я так покраснела, говорю, я кусала. Потому что меня зашкалило от любви так, что я не могла целовать. И меня перемыкало, я его кусала, это невозможно. Может быть, и в вашем случае это была такая любовь? Ну, это была очень большая любовь, на самом деле. А, ну так очень это такие ваши любовь. Игрушки были, я так понимаю. Периодически они так себя проявляли. А, то есть вы не из-за покусания развелись? Не из-за драк? Нет, не из-за драк. Просто мы пришли к тому, что я решила так, что есть... Несколько причин, по которым можно держаться за мужчину. Угу. Да? Это не только материальное, это в том числе и физическое, это какая-то поддержка, забота, внимание. А дети? Да? Ребенок. Вот почему-то на тот момент ребенку было 8,5 месяцев. Я почему-то еще, наверное, не привыкла к тому, что он у меня есть, его надо считать. А родители, которые говорили, возьмись за ум, Марина, у вас ребенок. Все, нет. Детство закончилось. Нет. Не подсказали родители? Не подсказали родители на тот момент. Рафаэль, ну как, понравилось тебе невеста? Ну да, ничего так, хорошенькая. Рыжий цвет ее, конечно, завораживает. Скажите, а он работал, учился, не знаю. Он, ну, когда мы встречались, он заканчивал учиться, а потом мы оба работали. И не было такого, что кто-то кого-то содержал. В принципе, это было равноправие, только мы шли разными путями. Он шел по пути наемного рабочего, там завод, все, там у него были мечты. Ну, знали за кого, ну, милая, знала, за кого выходила. Ну, наверное, просто в процессе моей работы, у меня был такой якобы бизнес, да, я стала знакомой с людьми, которые стали показывать, что все-таки нужно развиваться, нужно расти, нужно к чему-то вам стремиться. Повезло. Это вам повезло. Да. Не так. А он не хотел развиваться. Человек не хотел. Всему свое время. Время его не пришло. А расскажите вот эту историю со слитком золота. Ну да. Это у меня было тоже очередное мероприятие на работе. Был большой семинар. После семинара мне звонит муж. Я должна просто пойти домой. Звонит муж и говорит: слушай, а пойдем в пиццерию? Куда мы там сходим? Говорит, или в кафе куда-то, да? Я говорю, ну пойдем. Вообще-то я знала, что на данный момент бюджет не такой, что мы пошли прямо в пиццерию. А вам подарили на работе? Да. А до этого на работе мне подарили слиток золота. Я его заслужила там какими-то серьезными... Ну, ваш бонус, да, короче. Да, тут серьезный бонус, на самом деле, который для меня показывал. Ну, слиток, давайте не будем телезрителей пугать. 5 грамм, там небольшой слиток золота, но он для меня был очень значим, потому что я для него работала полгода, чтобы получить этот слиток золота, и мы пошли с ним в пиццерию, хорошо погуляли, потом пошли в кино, потом пошли опять после кино куда-то. Они, да? Задумывались, откуда вдруг такие щедроты? Я у него спросила, я говорю, откуда деньги? Я говорю, Сережа, ну откуда, что? Говорит, я, говорит, заработал. Я говорю, когда ты успел? Говорит, ну пока ты была на семинаре, я сходил, там подработка у меня была. Ну, сходил, хорошо, муж сказал, все, пошли. А потом через 2 недели, он говорит, мне тебе нужно кое-что сказать. Я говорю, а что такое? Он говорит, ну, говорит, такая ситуация, я вот этот слиток золота, что помнишь, потому что мы сходили погуляли, потом в кино, в пиццерию. Я говорю, да. Он говорит, я этот слиток золота твой заложил в ломбард. А теперь мне его надо выкупить, а у меня зарплату на 2 недели задерживают, а ты скоро должна опять премию получить. То есть либо ты теряешь этот слиток золота, либо ты мне сейчас одолжаешь, и я его из ломбарда забираю, этот свой слиток, мой же слиток золота. И опять-таки, поскольку это такое для меня значимое, знаковое событие, это было больше как вот символ, да?
Я, конечно, выкупила его сама за свои деньги. Есть такие люди, которые разводят других людей и начинают тратить их деньги, а потом, грубо говоря, сливаются и уходят. А вот эта история с компотом тоже очень смешная. А это последняя история наша. Что добило. Да, что добило. А, просто у нас было опять, у меня на работе было большое такое значимое событие, был большой банкет, да, и после... Я пришла, я его звала все время на банкет, я все время хотела, чтобы мы были семьей, мы выходили вместе. Ребенок был маленький, приехала как раз мама его посмотреть из другого города. Я говорю, пойдем вместе в ресторан. Он говорит, там много денег, это дорого, я не пойду. Я говорю, бесплатно, я заплачу сама, думаю, боже, только пойди. Только, говорит, это будет, ничего не будет стоить, да. Он говорит, такой, нет, не пойду, я тут на даче, у меня тут, я вишни собираю, хорошо. Я говорю, ну я тебя прошу, пойдем вместе. Нет, не хочу. Ну не хочешь, я пошла одна. Он меня приехал, забрал после этого банкета, а это был первый. Нет, а он вам сказал, нет, крути компоты. Нет, это было позже. Это уже позже, когда я приехала, оттуда он меня забрал. И первый раз за 8 месяцев после родов, да, когда я пошла вообще куда-то на светское мероприятие, я там немножко выпила, соответственно, был ресторан, там были танцы, все как положено. И он меня забирает, да ты тут напилась, да ты там то-то. Я говорю, я в нормальном совершенно состоянии, да. А он говорит, и вообще я там привез 2 ведра компота 10-литровых, иди закатывай. Я говорю, ну давай уже завтра мы с компотами разберемся, сегодня у меня праздничное настроение, хорошо. Ну и завтра с утра у нас началась история с компотами. А когда мне нужно было идти, а мы жили ее тогда еще в общежитии, да, это нужно было до кухни 50 метров, ребенку 8,5 месяца. А башка трещит? Нет, я прекрасно чувствую, да? Я просто выпила чуть-чуть, ну, я даже, поняла. Даже не водила, понимаете, поняла. Это просто зацепиться за что-то, что было. Вот, он говорит, иди компоты закапывай. Я говорю, ну ты мне поможешь, я закатаю. Нет, это твоя обязанность, ты жена, закатывай. Да? Я говорю, слушай, ну тогда за ребенка смотри. Нет, я занят, я не буду ребенка смотреть. Я села на диван, говорю, не буду. Он меня взял так за шкирку. Из дивана, потом раз, опол в двери. Два, так опол в двери. Ну и тут были синяк, тут синяк. Там порвал платье, было в таком платье красивеньком. Вот, и все. Компот закакал? Нет. Он позвал женщину своего папы, ну как бы почти маму. Так, просто родители его в разводе были, он позвал женщину, папа, она приехала, закатала компот, и за то время, пока я 3 часа гуляла по улице, потому что он меня выгнал, ребенка мне не отдал, я гуляла, но я вернулась с участковым, прописалась, ну, учат же прописывать, да, какого мужчину я себе хочу, какие отношения я себе хочу, да. Все, вот это было последней каплей, это после этого капли, да. Вы развелись. Да. А как вы считаете, доля хотя бы масюсенькая есть с вашей стороны? Да, конечно. Однозначно. Вообще, я считаю, что в отношениях никто не бывает так, что виноват только один. Не, ну потому бывает. Что я... Ну, в данной ситуации я тоже... Я не была той женой, которую он хотел видеть, да? А я что стремилась... надо было делать-то? А нужно было закатывать компоты, сидеть с ребенком, встречать мужа с пирогами, с едой, со всем на свете. Где такой домашний клуши быть? Я не такая. Муж и жена – это те люди, которые должны как бы друг другу помогать во всем. Но потом вы еще узнали, что он изменяет с вашей лучшей подругой. Да, но это вот уже после того, как. Вот после этой ситуации с компотами, да. Просто мы решили развестись. Мы уже сели, прописали, что кому остается, какое имущество, да, и разошлись. И я подала сразу же на развод, уехала, у меня родители забрали к себе, скажем так. Но вы-то разделили-то в свою пользу. А там особо-то делить особо было нечего. А что, я должна уехать с ребенком вообще без ничего? Мы поделили так, что типа совсем поровну, да, но при этом стиральная машина остается ему. Большая часть вам. А машина остается ему, холодильник ему. Мариночка, скажите, вот вы пересмотрели наверняка свою жизнь, вам уже 28 лет. Какие выводы сделали? Выводы сделали, что нужно быть более уступчивой, нужно бы находиться больше в семье. Что какая бы ни была работа, какой бы ни был бизнес, а семья с семьей. Потому что семья это постоянно, а работу всегда можно менять. Тогда у меня была другая позиция, в этом была моя вина. Ну, правильно сделала, что развелась, что подала на развод. Зачем такое все терпеть? А вот мне по здоровому питанию. То есть что это у вас за здоровое питание? Ну, не совсем прям так же здоровое. На женщину, которая ест паровую грудку и овощи, вы что-то не тянете. Вы знаете, самое абсурдное, то, что я ем паровую грудку и овощи, да. Но это просто стало, скажем так, последний, там, может быть, год моей жизни, это стало принципом. Может быть, Марина похудела на 80 килограммов. А вы не на 80, я похудела на 15 килограмм, да. Вот, но это за последние, опять-таки, ну, года два, наверное. То есть я, когда разводилась, я была полнее на 10 килограмм, чем сейчас. То есть он вас еще и любил, женщину-шарик? Ну, я была, когда замуж выходила, была такая, как сейчас. Я поправилась уже после того, ну, после замужества, когда стала кормить мужа, поздно с работы приходить, готовить. Я была хорошей женой, мне и готовила все. А вот все, вы говорите, что вы не умеете отказывать, да? А в чем, например? Друзьям, вот... когда меня о чем-то просят, например. А мужу отказывали?
Нет, там было наоборот. А в сексе? Ну, а по поводу измены, вот это та же самая тема, да, что были просто такие моменты, когда последние, наверное, уже там полгода отношений, это было, ну, настолько редко, что тут было даже наоборот все. Вот. То есть вы за равноправие в этом вопросе? Я за равноправие, да. Но я к тому, что мужчина должен быть более активным. Я хочу женщину такую, наверное, которая четко знает, что домашнее дело – это на женщине домашнее хозяйство, а мужчина должен работать и деньги приносить, зарабатывать. За кем пришли сегодня? За мужчиной, за надежным, защитником. За мужем. Это военный. Вас зачем защищать? Да от вас надо защищать. Вы вон такая. А вы знаете, что собака бывает кусачей только от жизни собачьей? Не вы ли довели, дорогая моя, своего мужчину до такого состояния? Вот он бы вам сейчас аплодировал. Вы же не москвичка, да? Нет, я из Минска. А мы жениха туда депортируем или как? А не, ну, меня, в принципе, ничего не держит, собственно говоря, в Минске, кроме ребенка моего, да, я тоже его хапаю, я с ним поездила тоже по много городам Беларуси, далеко не в одном городе жила, поэтому я рассматриваю какие-то варианты, что там переезда, да, но, честно говоря, я так устала, если бы мне в Минчанина нашли, было так здорово. Мужчина должен быть выше статусно вас и по деньгам? Да, конечно. Ну, видно, женщина с характером. Очень активная, конечно. Лена, а вы замужем? Нет, я не замужем. Почему, как считаете? Или не хотите просто? Хорошо, если мужчина имеет зарплату хорошую, да. Причем стабильную. Без вредных привычек, да? Да, примет вообще, скажет так, да мне ладно, с ребенком, ну хорошо, ну как-нибудь приспособлюсь. Родители его не будут против, будут очень хотеть, пусть женится, если с ребенком согласна, еще с тобой лучше абсолютно. И так далее. А, причем спокойно будет относиться, что вы из другого города, не хочу вас обижать. Все! И радуйтесь, мана небесная к вам свалилась. И вы еще рядом с ним джигу-джигу и с упакалом. И еще впереди него, и еще свекровь уже сразу мамой назвать, чтобы не передумал, не дай бог. Ну, вот я вам такого желаю. Вы такой пропеллер, и немногие мужчины это смогут выдержать. Поэтому, мне кажется, мужчина должен быть старше вас. Угу. Может быть, даже намного. Намного старше, я тоже так думаю. Да. У которого уже взрослые дети, который будет снисходительно относиться к вашим пока вот таким фантазиям лет до 35, которого будет даже это забавлять. Мало того, он должен быть малоэнергичный. Ну, как бы такой, не совсем флегма, да? Не совсем флегма, но очень спокойный, которому необходима вот эта ваша энергия. А что звезды? Марина, конечно, вы сами про себя знаете все, вы сильный Скорпион, у вас 6 планет в Скорпионе. Это значит, невероятно, это невероятно плотный характер именно этого знака. Но мы не знаем. То есть вот да. Основные черты Скорпиона связаны с вашим знаком. Луна – это стремление, во-первых, к экстриму. Вы человек очень сильный, вы преодолеваете препятствия, вы создаете их себе часто. Если эти препятствия, так сказать, отсутствуют в вашей жизни, то вы их создаете. Вам хочется пережить очень много в этой жизни. Вот. И с этим связана, конечно, и личная жизнь. Девушки, есть запросы определенные, которые, в принципе, можно было бы поостепениться. Тем более, уже столько лет с прицепом. Пожалуйста, знакомьтесь с первым мужчиной. Добрый вечер, Марина. Меня зовут Роман. Очень приятно познакомиться с вами. Это вам. Спасибо. Скромный подарок. Спасибо большое. Давайте продолжим. Знакомство. Роман, 36 лет. Оператор станков на производстве фургонов для грузовиков. Имеет звание мичмана и разряд кандидата в мастера спорта по беговым лыжам. Гордится тем, что служил на флоте. Мечтает о дочке. Роман нашел в себе силы закрыть глаза на измену жены, но простить ее любовнику оскорбление в адрес его неверной супруги не смог. Надеется, что Марина – порядочная девушка. Здравствуйте, Роман. Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, ведущий, уважаемый. Можно вам с огромным удовольствием. Тамара, это вам. Спасибо. Лариса, это вам. Спасибо.
симпатичный парень, на самом деле. Ну, немного, конечно, растерялся при выходе, при знакомстве. Я это заметил. Но ты у нас лучше по-любому. Да, Роман, вы, конечно, настоящий джентльмен. Даже любовнику и жены не разрешили говорить о ней плохо. Как узнали, что вам она изменяет? Она вела себя странно. Пришли, звучал телефон, приходили смс-сообщения. Вот. Я раз попросил ее ответить, что там приходит тебе, на что последовало. Нет, конечно, это не твое дело. Второй раз приходит смс. Но все-таки я уговорил. Я взял телефон, вот, прочел сообщение. Это сообщения были о встрече назначенной. Вот. Ну, я решил поговорить спокойно об этом с ней. Что, кто, для чего тебе это все. Мы сошлись на том, что никуда она не пойдет, ни на какую встречу. Я просто забрал телефон, отключил его. Она сказала, где должны встретиться. Это просто была остановка на дороге. Я пришел, он стоял уже, он названивал ей периодически. Я простоял возле него где-то полчаса, может быть, около часа. Потому что у нее телефон был отключен, естественно, а он и пытался дозвониться. Ну, я тут разыграл ситуацию такую, что якобы меня тоже жду женщину. Она не приехала на встречу, я весь тоже расстроенный. Я представляю, как вас колотило внутри. Было, да, такое было, конечно. Вот. Я подошел к нему. Как-то, мол, вот на такой почве мы с ним познакомились. То есть он расстроенный стоит, я как бы расстроенный. Бутылочку, небось, взяли. Да, я предложил ему угостить его. Вот, он не отказался. Ну и начали просто разговаривать сначала о том, о сём. Он, естественно, периодически все это названил. Я его расспросил, для чего. Человеку было нужно просто встречи, просто женщина. Я ему говорю, потому что не... Я спрашивал, на самом деле... Когда рассекретились? Когда сказали, что вы муж, когда... той самой? Он не выдержал просто уже этого. Он ее обозвал неприятным словом. Вот. Ну и с этого момента как-то уже разговор перестал быть. Тут... Подрались? Да, скажем так, да. Он не обалдел, с чего это вы вдруг стали заступать? Он обалдел, да, я ему в процессе уже объяснил. Что вы тот самый и есть, рогоносец. Да, 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 да. Угу. Раз жена стала изменять, значит, он как муж ей, скорее всего, мало эмоций стал давать. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. А со второй женщиной, со второй женой почему не сохранили отношения? Ну, со второй виноваты. Я, конечно, виноват во многом. Не буду скрывать это. Вот. Ну и мы разные характеры людям. Люди разных характеров. Я про вторую имею в виду. Да, да, да. То есть вы с ней втайне расписались от родителей, да? Нет, мы не втайне. Когда познакомились, она предложила жить у нее. Угу. Вот. Довольно-таки это быстро все произошло. Я не понимал, почему меня скрывают от родителей. Да, и я тоже я сторонник понимаю. Этого, чтобы познакомиться с родителями, тем более у нас были довольно-таки серьезные отношения начинались. Мало уже. Того, если вы выходили на балкон в то время, когда родители ее могли проезжать на машине, да, мимо, да, она да, да, было вас такое на самом там. Деле, да. Так, может быть, она родителей стеснялась? Просили не выходить. Вас? Нет, она не стеснялась родителей. Вся проблема в том, что дочка единственная подруга мамы. Единственная. И кто бы ни был на моем месте... Никто не подойдет для родителей. Ну, свадьба все-таки состоялась, да? Да, свадьба состоялась. Мы приехали объявить родителям. Накрыли стол у них дома. Вот. Когда будущая жена сказала, что мама, папа, мы вот решили расписаться. Естественно, мы как дети, мы рассчитывали, ну, на улыбку, на радость, что все это будет одобрено. Мама единственное, что сказала, она встала из-за стола, я помню, стоял какой-то салат, она сказала, почему вы не едите этот салат? И ушла. Больше ни от кого не было ни слова. Опять же, будущая жена, у нее слезы на глазах. А вы ожидали, что совет да любовь? Я что ожидал? Честно, я ничего не ожидал. Я к этому спокойно отношусь. Я знал, что я не нравлюсь, что я там... А девушке сколько было? Она моложе вас? Она моложе на один год. Роман мог бы с этой девушкой построить отношения, только она будет ему устраивать запросы разные. Вас раздражает, наверное, всех мужчин раздражает, когда женщина на работу красивая уходит, а дома это ведь тоже как-то повлияло, ну, я считаю, на ваши отношения? Конечно.
Не бы хотелось, я не говорю, что она должна вся разодетая в красивом платье с маникюром ходить по квартире. А вторая жена у вас как раз вот пренебрегала этим, да? Да, она приходила домой, одевала любимый свой халат, который мне в принципе не нравился никогда. Вот, ну. Дырявый, что ли? Ну не то, что дырявый, он уже. Подумать, как я дома хожу, ужас. Все-таки женщина должна быть выглядеть сексуально, я считаю, даже дома. Лариса, а ты как дома ходишь? Я в мужиных трусах. Боксеры. Зимовье майки. И волосы закрываю и зубной щеткой с утра, чтобы не распадались. Если муж к этому хорошо относится, почему бы нет? Я его не спрашивала. Думаю, ему не нравится. Я задумаюсь после этой программы. Но она приятная, приятная. Она может, конечно, возбудить сильно. А вам нравится Марина? Да, приятная женщина. Красивая улыбка. Ой, Рома, а вы сами-то откуда? Это Обнинск. Из Обнинска, Калужская область. А, это наше, Подмосковье это, да? Это Калужская область, не так далеко, 80 километров. Нравятся активные женщины? А Минск поедет? Минск? Я там не был никогда, в Белоруссии, конечно. Шикарный город. Ну, я хотел побывать один раз, не получилось мне оттуда съездить. Ну, так с работы все это, вы страну поменяете? То, что активно, это хорошо, это я сам, на самом деле, эмоциональный человек, я не люблю скучать. Ну и прекрасно. У вас есть три бонуса. Свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция или тайна. Флаг наш, ну, это обозначает, да, что я патриот в любом случае своей страны. Вы никогда в Белоруссию не уедете. Это означает? Ну, Белоруссия не считает это за границей. Ну, вот, Белоруссии, конечно, можно, а такие далекие более страны уже... Отдыхать вы не поедете? Отдыхать... Только в России? Только в России. И только исключительно правильно. На Крым. Надо поддерживать нашего отечественного производителя. У нас хорошо. А сюрприз какой? Сюрприз? Можно вас пригласить? Да? Давайте. Марина, да. Так как вы мечтаете, ну, я знаю, что хотите больше-больше похудеть, наверное. Угу. Вот. А я служил на флоте, и у нас было принято убираться. Я, в принципе, люблю уборку, люблю всегда дома порядок. Предлагаю вам попробовать совместно сделать это. Давайте. Это своего рода и уборка, чистота, порядок в доме, и домашний фитнес. Давайте. Давайте попробуем. И в горе, и в радость. Я можно думаю, было? Немного неадекватно сюрприз. Тщательно моем пол. Ну, тщательно, тогда сначала надо... Тщательно можно обязательно, не обязательно ходить, можно двигаться на одном месте. На одном? Конечно. Почему на одном? Двигаться. Самая сексуальная поза, мне кажется. Какая активнее, если можно делать швабры. Своего рода. Даже без швабры. Можно и цыганочкой играть, можно списать позу со швабрами, да? Вот так вот. У вас очень хорошо получается. А теперь без швабры. А теперь без швабры. Цыганочка такая, да? Отлично. А ты присядь. У вас очень хорошо получилось это. Все? У нас всегда будет в доме чистота и порядок. Какие молодцы! Спасибо. Проходите в комнату, в свою мы вас обсудим. Елена, что-то вы так скуксились. Нет. Нет? Очень оригинальный подарок был. Лена, вам понравился роман? В принципе, да. Видите, какое самообладание нужно иметь, да? Встретиться, выжидать, смотреть на этого любовника, изучать его, потом... втереться в доверие, угу. Потом с ним сидеть, выпивать, и после этого, как у него сердце у бедного не лопнуло. Ну, выпивать это грубо сказано, конечно. Нравится? Интересный мужчина. Видите себя рядом с ним? Не знаю, прям сейчас сразу так ответить. Честно, нет, ну, что в принципе, вы... все равно мы в первые 10-20 минут понимаем, не наш этот человек или нет. Ваш... Это уже нужно побольше мне кажется, времени. Что я, наверное, больше ему не подхожу, чем он. Почему? Он мне был бы интересен. Но он сказал, что вы, говорит, наверное, хотите похудеть. Я, по-моему, не говорила насчет похудения ничего. Говорит о том, что ему, скорее всего, может быть, не устраивает как-то там моя фигура, да? Конечно, любая женщина всегда хочет быть стройнее, но это не значит, что меня сейчас прям все-все не устраивает. Поэтому, знаете, это как оскорбление прозвучало. Нет, вы сами сказали, что на 15 килограмм похудели, что у вас здоровье. Вас же никто за язык-то не тянул. Нет, про здоровое, значит, питание. Может быть, Марине и хватит. Вот она посчитает, что нет, это достижение. 15 килограмм. Я хочу еще похудеть, само собой разумеется. Но когда тебе об этом говорит мужчина, который, ну, да, тем более, грубо говоря, сватается на данный момент, да, оно как-то звучит не очень. Невеста хорошая, конечно. Смотришь это одно, а встречаешься. Нет, другой человек.
Еще прекраснее. Роман, вот как вы типичный скорпион, так он типичный лев. Человек, который все проводит через сердце. Понимаете, это и любовь, и это и уважение к женщине, потому что Венера с Юпитером, с Меркурием. То есть ум с сердцем в ладу, все едино. Здесь, в этом союзе могут кипеть и страсти, понимаете, может быть и взаимопонимание, могут кипеть страсти. Я думаю, что она мной заинтересовалась, но еще два кандидата мы посмотрим. Проходите, знакомьтесь со вторым женихом. Привет. Привет. Вот хотел бы в честь нашего знакомства подарить вот этот букетик. Спасибо. И у меня еще есть презент, вот такой вот амулет из циркония, который обладает магическими свойствами. И, кстати, он еще лечебный. То есть будешь всегда здоровая и, ну, и счастливая, соответственно. Спасибо большое. Сергей, 34 года. Инженер-механик на производстве в пекарне. Занимается ремонтом и отделкой помещений. Изучает игру на гитаре, увлекается спортом. Учится на своих ошибках и мечтает о финансовом благополучии. Ради любимой Сергей поехал на край света. Но она отреклась от его любви. Надеется, что Марина – преданная девушка. Интересно, где же находится тот край света, куда вы поехали за любимой? Это город Уфа, Россия. Пришлось поехать в Новый год, потому что у меня чуть сердце не выпрыгнуло, когда я узнал, что у меня... Ну, у меня прямо сейчас тоже сердце выпадет, это же подарки. Да, я хотел... Это сами готовили? Это девочки у нас на производстве, я их попросил сделать как можно лучше. Я проконтролировал весь процесс. Цветочки давай. Вот, чтобы в честь нашего знакомства, я бы хотел... ну, просто как вот презент молодец, вам, всем подарить по такой красной розочке. Игорь Рафаэль, он пришел без поддержки, а мы тебя поддерживаем. Да. Это тоже о чем-то говорит? Конечно. Так давайте все-таки вернемся про тот край света. Да, это история такая. Может, она меня смотрит. Может, она меня смотрит, да? Пускай увидит. Вот. Она приезжала, значит, поступать в институт, хотя мне говорила, что... Вы москвич? Ко мне, нет, я жил раньше в Санкт-Петербурге. Угу. Ну, так судьба свела, что... И она приезжала поступать в Санкт-Петербург. Да, вот. Мы с ней лето провели. Вот. Ну, и так получилось, что она уехала, сказала, я вернусь через месяц. Через месяц она сказала, ой, мне сейчас некогда еще через месяц. Потом, ой, я не могу, пришли мне деньги, тогда я точно приеду. Я ей прислал деньги. Ой, я сейчас в институт поступила, давай вот я отучусь и приеду. Я уже, как говорится, и сам... Ну, моя ошибка в том, что надо было не слушать ее, а ехать, и все. Ну, и так. То есть, как бы она ждала, да, что я ее... Да и вам уже с глаз долой, из сердца вон, не очень-то хотелось, да? До тех пор, пока вы нет, мне, в сетях не... однажды не увидели обнимающуюся с другими мужчинами. Нет, мне не, то, что, мне не то, что не хотелось, а у меня просто не было тогда возможности, и у меня был перелом ноги тяжелейший, я лежал в больнице. Три года, да, у вас не три года, полгода я лежал даже, ну, то есть дома, вот. И, то есть, все вот складывалось. То есть, сначала она откладывала, потом у меня перелом ноги, потом она начала вот про деньги, что вышли деньги. Ну, вот так вот все складывалось по времени и накопилось 3 года. А потом она мне вообще сказала, все, теперь я говорю, ну, все, я вот готов, вот сейчас вот я приеду. А все, уже теперь поздно. То есть, когда... Ну, мой, 3 года она уже и лицо ваше забыла. Вполне возможно, что он мне не конкурент, конечно. А может быть, и я ему не конкурент. Все это мы увидим в конце. Вы приехали к ней в Уфу. Я должен был ее через забрать. Через 3 года в новогоднюю ночь, 31 декабря. Забрать должен был, да. На улице минус 30. Вы нашли ее дома, адрес знали. Да.
Вот, я и пришел. Вот вы стоите у парадной, ждете, когда ну, она я не всю ночь, конечно, я с вечера постоял там, и утром еще рано, там еще где-то а в почему дверь не позвонить было? Не, ну я, ну, как бы думал, не, потом-то я зашел, позвонил, вот, ну, меня так сухо встретили. Не, через три года? Да. Сереж, а почему вы считаете, что девушки с вами встречаются только один раз, приходят на свидание, второй раз? Ну, я думаю, что это из-за того, что у меня слишком большие, наверное, запросы. Ну, то есть, ну, я не знаю, я ничего с собой не могу сделать. Ну, перечислите ваши требования. Вот, те, кто мне нравится, они как-то холодно так. Ну, понятное дело, у них конкуренция большая. Марина нравится? А кто не нравится, то, пожалуйста, вот хоть завтра. Только вам не нужно, да? Да, вот, то есть, вот последний раз я там ходил на свидание, так пообщались, ну и все, я ей даже не позвонил потом. Скажите, а у Марины шансы есть? Так не я же выбираю, по-моему, или как? Нет, она вам нравится? Не, ну, девушка веселая. В вашем вкусе, да? Сложно сейчас сказать о вкусах, потому что все девушки хороши. Ага. Если мне нравится отмазка, это как я завидую тому парню, который сделает ее счастливой. Рафаэль, как ты думаешь, между ними искра какая-то пробежала? Нет. Нет, не ёкнула. Нет, 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 нет. У вас осталось два бонуса: свидание наедине, семейная тайна или традиция. Что выбираете? Свидание, давайте наедине. Пожалуйста, проходите, мы хоть пирожок съедим с удовольствием. Это вкусняшка, я никогда такого не ела. Хотелось бы узнать, что ты, как ты относишься к детям? Вообще, хочешь ли детей своих есть? Да, девушки есть дети. К детям я отношусь очень хорошо, но, конечно, хочется своих все-таки. А кто он там? Ну, здесь, в принципе, у него перепады бывают в характере такие значительные, потому что то, это он не скромный, это просто перепады. Да, то яркий, открытый, уверенный, очень активный, вот, может там и кулаком, и все что угодно. Хотите кусочек? Вот, вот то наоборот. Так ешьте, а то мы деликатно. Как животное, а вы такая. Ты поешьте, правда, пока там. А то он такой, это не женится никогда, может, нет, ну подталкивать просто надо. То есть ты девушку с ребенком не примешь? Ну, я, да, ну, как бы не очень к этому отношусь. Или, если и приму, то тут нужны очень веские основания. Вот, например, там, как ты говоришь, там, девушка бизнесом занимается, хорошо зарабатывает. Вот, может быть, это было бы основанием. Или там девушка сногсшибательно красивая, от которой просто не уйти даже вот с первого взгляда. А тортик без мяса? Тортик можно. Но вот не так хочу. Вот сидишь, вот положи, так блин, на тарелку. Что, она без рук, что ли? Сама не дотянется. Чего я должна положить? Я же вам кухарка. Господи, да если я захочу торт, я съем за разговоры. Ой, какой романтик. Я хочу быть только с тобой, каждой частью своей души. Я хочу обрести покой, помогишь мне его обрести. Подскажи мне заветный пароль, чтобы я отгадать мог твой шифр. Потому что хочу быть с тобой, каждой частью своей души. Значит, стихи, они, может быть, не столь выразительные, но видно, что они идут от сердца, от души. Он говорит это искренне. Без раздумий войди в мой дом с самым чистым, самым сильным чувством любви. Я хочу быть только с тобой, и чтоб это хотела ты. Вау! Здорово! Спасибо! Вот тебе и хлеб, и зрелище, да? И накормил, и развлек. Спасибо, родной, спасибо за все. Девочкам своим поклонись, от нас нет. Все, уже теперь в свою комнату. Понравился парень? Да, очень хороший. Вот мне очень понравился. А вам, Мария? Тоже понравился. Но мы поговорили с ним в комнате, что для него все-таки принципиально важно, чтобы он хочет своих детей. Что для того, чтобы он пошел к девушке, у которой есть ребенок, должны быть какие-то мегавеские причины. Причем первый он назвал это деньги, а второй это внешность. Вы понимаете, о чем мы говорили? Да. Это ж не мы от того, что все говорят, что мы злюки. А я прекрасно понимаю свою позицию, скажем так, на рынке брачном,
Да, прекрасно понимаю. Но ты не волнуйся. На сайте двое.тв найдется желающий. Ну вот если бы она была супер красавицей на самом деле, или если бы у нее был там виллы, коттеджи, я бы, может, и пошел за ней. Ну, он, кстати, вполне может выбрать себе женщину с ребенком. Единственное, что он, если видимо, это будет Анжелика Варум. И он просто не увидел вот совместимости вашей. У вас абсолютно противоположна Венера. Вот. И ко всем вашим скорпионам его Венера в Тельце по позиции. Поэтому вкусы разные, абсолютно противоположные. Бедная, ну, мне кажется, девушка. Ну, найдет она себе. Еще есть один жених, знакомьтесь. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Я очень польщен и восхищен вашим великолепием. Позвольте мне вашу руку. Примите вот этот скромный букетик, это вам. Мне спасибо. Очень приятно. Мне очень приятно. Как вас зовут? Рафаэль. Спасибо. Рафаэль, 26 лет. Работал фельдшером скорой помощи, сейчас врач-уролог в городской больнице. Занимается вольной борьбой и увлекается историей Древнего Рима. Гордится своими родителями и мечтает стать достойным врачом. Рафаэль не послушал родителей и привел в дом невестку, которая была старше него на 10 лет. Когда прошла страсть, убедился, что им не по пути. Надеется, что Марина понравится его родственникам. Здравствуйте. Здравствуйте. Позвольте. Я бы хотел тоже. Спасибо, Рафаэль. У вас не только имя красивое, но вы еще и такой галантный. Я сомневаюсь, что она его выберет. А вы влюбились. Это вы про историю имеете? Угу. Да, у меня как бы был случай такой, когда я имел опыт в этом. Сколько вам было лет? Мне тогда было 24. Вы уже закончили медицинский, нет, да? Нет, я еще обучался, и это был конец 4-го курса. И уже вот именно... И вы влюбились в женщину с ребенком старше вас на 10 лет? Да. И? Ну, как бы... Стрела Амура попала. Это не стрела, это то, что у вас в другом месте. Ну, в общем, я влюбился. Влюбился очень сильно, вплоть до того, что буквально через 2 недели, когда я взял ее к себе. Домой привели? Не домой, квартиру снимал на тот момент. Асечка, вы старшая сестра или младшая? Нет, я младшая сестра. Угу. Вы-то, наверное, были свидетели, свидетельницы слез родителей? Ну, да. Как бы, если честно, я была в шоке сначала. А видели эту женщину? Видела. Женщина очень красивая, да. Я всегда говорю, что никакие родители не помешают. 100 человек будут держать за руки. Если мужчина хочет быть с женщиной, он с ней будет. Женщина на 10 лет старше его. Для чего так? Ну, мы с ней начали жить, все было так романтично, романтика, стихи, цветочки. Угу. Да. И а потом что? Потом где-то спустя 2-3 месяца уже как бы я немного начал не то что там остывать, а я начал, конечно, понимать, что все-таки... Стало душить вас. Да. Плюс ревность. Ревность, ну, вот была... ревностью душила. Ревность была, конечно, такая, а что... А к чему вас ревновать? Я вам сейчас объясню. Меня она ревновала ко всему. Просто была такая ситуация, когда просто один из примеров, я был на работе, я уехал на вызов, телефон оставил на зарядке на подстанции. И То есть вы учились и еще вечером работали? Я 8 лет работаю, я со 2-го курса работаю. Как я поступил, я так и работаю. Помощи. На скорой помощи я начинал свой путь медика, санитара. Угу. И в этот момент, когда я уехал на вызов, телефон остался как бы на подстанции, на подзарядке. И как бы вызов подразумевает, что с вызова ты не можешь не вернуться, а поехать опять на вызов. И я так задержался 3 часа. Ну, естественно, она звонила. 46 непринятых звонков? Нет, 60, наверное. Вот дает. Не лень же был звонить. Да, потом я... Причем звонит скорую помощь. Я потом трубочку просто как бы начал ей звонить и... В общем, такая ситуация пошла, что там, ну, я не мог слова даже сказать. Я ушел. Не она меня бросила. И я ее не бросал. Я просто пришел в один день и сказал: Ира, прости меня. Я не то, что на колени встал, я ее посадил,
Конечно, у меня был такой стресс. Я посадил ее и говорю: Ира, ну нам надо расстаться. Да. Ты меня прости за все. Я скажите, тебя прошу. А родители присутствовали в вашей жизни, пока вы жили? Мои родители приняли и поздравлять начали со всеми праздниками уже спустя месяца полтора-два. Рафаэль, но перед вами женщина старше вас на 2 года, и у нее тоже есть ребенок. Ну, я это знаю. Да. Асечка? Вы знаете, я не против того, что есть ребенок. Если моему брату будет хорошо с ней, я буду счастлива. А вот ваш, ну, вы же брат хорошо знаете, типа женщины, в которую может Рафаэльчик влюбиться? Он любит женщину, во-первых, добрую, чтобы она была заботливая. Мягкая. Слушайте. Да, слушайте. Мягкая. Я про внешность говорю. А внешне, она любит, внешне он любит, чтобы... Было за что взяться, вот так будем говорить. Здесь вот. Есть. А здесь, как взяться. Он-то, может быть, и взял бы ее, но она, мне кажется, может отказать. А вы сами-то откуда? Я родом из города Гулькевичи, Краснодарский край. А сейчас где? Я здесь обучаюсь, работаю в Москве. Жену куда приведете? Пока в квартиру, которую буду снимать, да. У вас остался один бонус. Семейная традиция. Я не встать или? Не знаю, хотите, но просто сидите. Расскажите. Есть такая? Ну, наша традиция такова, что до того, как ты встречаешь девочку и начинаешь с ней заводить отношения, я как бы чту традиции, и я должен прежде всего познакомить ее со своими родителями, ну, то бишь мамой на данный момент. И представить ее своим родственникам, что вот это моя судьба, и я готов пройти с ней свой жизненный путь. Действует по традициям. Это с одной стороны хорошо, а с другой стороны эти традиции могут вылиться во что-то негативное. А у нас есть мамино обращение. Видео. Давайте. Видео. Я очень рада, что мой сын Рафаэль приглашен на вашу передачу и оказался в вашей студии. Он очень порядочный, замечательный человек. Я надеюсь, я знаю, что в будущем он замечательный, хороший врач, уролог. И я очень рада, что и надеюсь, что вы, Лариса Гузеева, найдете ему на своей передаче достойную подругу. Какая замечательная мама, и как у нее за вас болит сердце. Мама имеет право желать хорошую невестку, действительно, да, молодую девушку, с которой у вас все начнется с нуля. Ну да. А сюрприз какой приготовили? Ну, сюрприз у меня с 2 этапов. Какая лебедушка. Я хочу как бы подарить тебе этого лебедя. Один лебедь мужского пола у меня дома, а этот лебедь женского пола я хочу тебе его вручить. Это намек на лебединую верность, так я понимаю. Да, потому что лебеди — это как бы символ любви, и когда кто-то один из них умирает, второй больше... А если не срастется у вас? Она вернет? Лебедя мне? Но. Да нет, зачем? А нельзя по фэншуй-то, чтобы не парно было. Пускай останется и будет напоминание. Но мы же не прощаемся с ней. Мы как бы. Поняла? Да. Спасибо. Это только один этап. Все, они уже решили. Теперь надо в ЗАГС. Второй этап моего сюрприза. Я бы хотел тебя пригласить на сцену, сестру свою. И этот танец будет для тебя. Стандартный сюрприз, танец. Прямо.
Настя, а у вас нет мужа? Нет. Приходите к нам на программу. Обязательно. Красавица, грациозная. Спасибо, забирайте цветок. Спасибо. Приходите к нам. Цветок бери. Марина, ну вы станцевались, я вам хочу сказать. А вы не растерялись, и вы попадали в такт, и вы пытались быть с ними вместе? Да, но только сама по себе, почему? Ну, потому что другая культура, она первый раз в жизни слышала эту музыку и первый раз танцевала, это армянский танец. Леночка, как вам жених? А мне жених понравился. Какая, представляете, профессия? Тут уж ничего не может сказать профессия Марина. Профессия отличная, да. Если только она в этом случае не скажет, что продавать телевизоры выгоднее по деньгам, чем быть врачом-урологом. Знаем, сколько наши врачи получают. Марина, что ты скажешь? Мне очень понравился жених. У ребят нет шансов. Как тебе жених? Прекрасный вообще. От девочек отбоя не будет, аж пускай мама не переживает. А вот вы не чувствуете, женщина прилагается, понимаете? Вот, вот даже сестренка она это чувствует. Это не, потому это что совершенно... это культура такая. Это культура, они да, сразу да, с это культура, матери. Да. В них нет вот этого ни европейского, ни нашего русского. Это мне нужно экспериментировать. Нахрапом. Вы понимаете, что когда он наденет белый халат, докторскую шапочку... и будет ходить по коридорам не отделения, ваш. Да, никто не будет смотреть ни на его рост, вообще ни на что. Буду смотреть на его руки и смотреть как на Бога, который спасает. Он всегда будет в центре. Потому что врач – это абсолютно божественная профессия. Молодец, молодец, Лариса. Она, ну, да. Она Лариса все молодец. Говорит и все правильно. На самом она деле, молодец. Она все увидела, все как есть. Важны, конечно, для него семейные ценности, но, безусловно, он... Вот сейчас он не склонен к традиционным отношениям и союзам. Абсолютно. Ему очень хочется женщину, не похожую на него, свободную, красивую, сильную, та, которая сделает из него мужчину. Понимаете? То есть это вот чистое требование его вот в данный период определенный, вот несколько лет. Это его поток желаний. Вот. Совместимость физическая у вас очень... хорошая. Ищу женщину ту, которая будет меня уважать, не то что уважать, а просто поддерживать. Как тебе? Не знаю, мне кажется, вообще по характеру тебе нравится. Тебе подходит первый. Первый? Да, вообще, да. Вообще, очень интересно, вторая личность, но он тебе вообще не подходит. Угу. Это красноречив, услужлив, как мне кажется. Ну, да. Очень хороший. Он обаятельный. Ой, это мужчина, Марина, это мужчина армянин, которому нужно всегда покоряться. Она правильно сказала, что для него тонкости важны очень сильно. Ему для них важны семьи. Мне он очень понравился. Сможешь ли ты дать? Я понимаю, что он тебе понравился. Ну, просто что... И у вас будет первое время держать какую-то страсть, как-то точно. Елена, пришло время выбора. Кого советуете? Кого советовать сложно очень. Все достойные мужчины были сегодня. Но мне кажется, для Марины... больше всего подошел бы первый вариант. Ну, я думаю, что если она зайдет ко мне, я выйду. А дальше посмотрим. Послушайте, вы простая женщина, вам повезло, вы где-то там что-то заработали, у вас есть какой-то там бизнесок, непонятно. Сегодня есть, завтра не будет. А в реальности вы, еще раз говорю, простая женщина с ребенком, который уже очень немало лет. Вот и все. Мужчину нужно уважать. Вы к нему чуть-чуть потянитесь, улыбнитесь и скажите, как он прекрасен. А они все втроем были по отношению к вам замечательны. Вы сидели такая королевишная. С чего вдруг? Неправда, я не сидела королевишна, а просто пыталась их изучить. Я была сосредоточена, чтобы понять, да, кто проявляет какой-то немножко интерес нужно, ко мне. Немножко нужно быть помягче. Поддержите, у вас равное положение. Это мы не в равном по отношению к вам находимся, а вы-то... А вы не поддержали ни одного из них. Поэтому, а потому... пойдите, мне кажется, к Сергею. Это, ну, не мой типаж, наверное, все-таки, скорее всего. Вы хотите замуж или бредить? Если замуж, а дети быстро растут, понимаете, ваша красота молодая. Молодость – это вообще единственный недостаток, который быстро проходит. Вот Ромочку берете за ручки и ведете в ЗАГС. И он с большой радостью это сделает. И поедет, куда скажете. А знаете? Звезды рассудят. А я хочу сказать, что если
пойдете к Сергею, то будете им управлять самодержавно. Если выберете Рафаэля, то это дружба и секс хороший. Если... О, только на этом минут, и держится минуточку. Самый крепкий брак. Если выберете Романа, это действительно мощный, очень крепкий союз, в котором переживается и страсти, и желания, и действительно пример для ребенка. Идите, куда поведет вас сердце. Мы вас поддержим в любом случае. Проходите. Людям после 50 знакомиться негде. Но хотелось бы пожелать всем, чтобы они нашли свою судьбу не потому, что им скоро умирать надо там как-то. Потому что в каждом возрасте человек об этом не думает. И каждый человек в душе он молод. Друзья мои, выходите. Давайте Марину поддержим. Здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Я правда не ожидал. Давайте выйдем вместе. У нас есть пара Марина и Роман. Если вы одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам: давай поженимся. Удачи.